В Ульяновске прошел форум «Укрепление общественного здоровья». В регионе он проводится уже 6-й раз. В этом году мероприятие приурочили к 95-й годовщине становления и развития службы профилактики Ульяновской области. Гостей с приветственным словом встретил глава региона Алексей Русских. В первую очередь поздравляю ветеранов и специалистов службы профилактики, сотрудников Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области, сотрудников отделов и кабинетов здоровья. Спасибо всем, кто честно и самоотверженно стоит на страже здоровья ульяновцев, прививает любовь к здоровому образу жизни. На форуме обсудили ряд вопросов, связанных с общественным здоровьем, рассказали о факторах риска, а также подвели итоги 2023 года. В холле педагогического университета разместили информационные стенды, работали тематические площадки. Гостей приглашали на скрининг-обследование, где можно было получить консультацию специалиста. Профилактика является приоритетным направлением формирования здорового общества. А ведение здорового образа жизни и своевременное обращение в лечебное учреждение позволяет снизить заболеваемость. Что именно профилактика позволяет направить свою деятельность на раннюю диагностику и тем самым предотвратить какие-то осложнения у хронических неинфекционных, инфекционных заболеваний и, соответственно, увеличить среднюю продолжительность жизни. Укрепление здоровья граждан – важнейший приоритет нацпроекта «Демография». В сфере общественного здоровья проводится большая межведомственная работа, в которой принимают участие ТОСы, Министерство образования, спорта, культуры и здравоохранения. Ульяновская область, конечно, во многом пример для многих российских регионов, еще раз повторю, именно в представлении подхода к реализации политики здоровья и сбережения на муниципальном уровне. Есть структура, есть системность работы, и есть четкая синергия работы муниципалитетов с Министерством здравоохранения Ульяновской области. И в первую очередь, это, конечно, Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области. Лучших сотрудников сферы здравоохранения поощрили благодарственными письмами губернатора. Мероприятие прошло по нацпроекту «Демография». Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.